армян. И номер 6 Пеппи Длинный Чулок. Как этих девушек зовут по-настоящему и откуда они, мы узнаем в самом конце конкурса. Спасибо, Евгений. Ну что ж, я приглашаю на эту сцену жюри Буженко Валерия Петровича, заместителя начальника отдела образования Александра Смолова, начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта, Колесникова Александра Николаевича, директора Судакского городского центра социальной службы семьи для семьи, детей и молодежи, Прокопьева Илью, председателя Судакской городской молодежной организации «Молодые регионы». Приглашаю сюда. Сегодняшний конкурс закончился. Было приятно видеть всех участников, очаровательных. Мне, честно говоря, понравилось, что с собачками Троечкова. Бусинка 58 баллов, Леди Галя 68 и Пеппи Длинный Чулок 69 баллов. Итак, исполнительный комитет Судакского городского совета награждает Гульбу Карину, победившую в региональном конкурсе «Мисс Судак 2011». Поднимаем корону. Тушь, пожалуйста. И вот такой дракон. Подождите с теми подарками, я еще с ними. У нас еще есть одна номинация от молодых регионов. Мой председатель, сегодня мы с утра созвонились. Это Нина Петровна Павленко. Она сказала, от главной модницы Судака, она... От нее, вот, главной модницы, она говорит, в Италии покупала от Кельвина Кляйна какой-то ремешок. Так что это вам. И два часа игры в боулинг Нью-Сити, так что свою группу поддержки вы можете пригласить, поблагодарить. А также для победительницы у нас есть еще особый приз, который мы тоже потом увидим. И на день предоставляется фотограф с профессиональным оборудованием. Конкретно отдел семьи и молодежи занимается Смолов Александр. Он конкретно вас будет курировать по данному проекту. Так что удачи вам, девчонки, и большое вам спасибо.